В цій країні зібрали, зараз секундочку відкрию цю чудову новину, на благодійному концерті в Латвії зібрали майже 400 тисяч євро для Збройних сил України. Агенція Delfi про це повідомляє. Благодійний концерт називався «Присвята Україні». Латвія зараз з нами на зв'язку. Мирослав Кодіс, депутат Ризької міської ради. Мирослав, здравствуйте. Розкажіть, от я спрашивав голову української діаспори в Польщі, о том, не устала ли эта страна от года войны России в Украине, полномасштабной войны. Такой же вопрос хочу задать и вам. Не устала ли Латвия за этот год? Знаете, я отвечу так, что мы не можем устать, потому что война продолжается, и мы должны помогать. И мы помогаем, и мы должны помогать. И люди к нам приезжают с Украины, поэтому мы продолжаем. И, скажем, в годовщину у нас было несколько концертов, и мероприятия были. И, наверное, я сделаю вывод из того, что люди очень активно приходили на эти мероприятия, и люди активно продолжают жертвовать. Тогда, наверное, мой ответ будет, что нет, не устали, потому что действительно активность Латвии большая, она продолжается. Мы делаем все, что можем, поэтому понятно, что до последнего мы должны помогать. Расскажите немного об этих акциях. Мы сейчас видим кадры из Риги, насколько они были большими, сколько людей туда пришло. Это только украинцы или все-таки граждане Латвии тоже выходят на такие акции? Граждане Латвии, безусловно, тоже были. Все началось 24 февраля утром около памятника свободы здесь, в Риге. Часовая такая была акция, где собрались люди с плакатами, с флагами. Были лозунги разные, со сцены звучали. Речь президента Украины тоже была проиграна. Речь, которую президент Зеленский как бы прислал нам в наш парламент, это было проиграно тоже здесь на публике. То есть это первоначальное такое было. Потом я знаю, что во многих вот здесь местных церквях, костелах тоже были мессы специальные по Украине. И в тот же день, 24 февраля, вечером тоже было такой концерт. У нас вот в Риге цирк восстановили после многих лет. И впервые там вот прошел такой как бы мемориальный концерт именно по Украине, где тоже людям была возможность жертвовать деньги. И уже на следующий день, в субботу, большой концерт прошел уже на улице, где могли приходить все, и там было действительно много людей. Концерт шел более чем 5 часов. По всем телевизионным каналам показывали в прямом эфире, и там можно было в прямом эфире как жертвовать деньги. Также там, скажем, рядом борщ продавали тоже за пожертвования. И там же рядом эта вся площадь, если бы вам так сказать, это находится напротив как раз посольства России, поэтому там основные все главные мероприятия проходят. И там же сейчас выставлен, скажем, для осмотра танк, который украинские военные подбили, российский танк, который подбили украинские военные в Украине. Этот танк тоже стоит вот прямо напротив посольства. И вот весь день там продолжались разные акции, в том числе, скажем, была акция, когда людей призывали приносить разные, там, скажем, парафины или остатки свечей, их переделывали в новые свечи, и эти свечи будут отправлены в Украину. То есть мероприятий были очень много на протяжении всех дней. А российское посольство как-то пыталось противодействовать каким-то акциям? Потому что я припоминаю, несколько месяцев назад они специально на своем здании вывесили такие, как это называется, гирлянды. Ой, забыла, как это по-русски. Да, знаете, нет, тишина от посольства. Единственное, что посольство, скажем, еще в прошлом году Рижская дума переименовала участок улицы, на котором находится российское посольство. Раньше она просто несла улицу, ну, простое название улицы было. Сейчас эта улица называется улица независимости Украины, и посольство не меняло вот эти вот таблички, они до последнего не меняли, пришлось как бы Рижской думе самой поменять эти таблички, и теперь уже вот поставить вот эти таблички около думы, около посольства. Посольство молчит, абсолютно никакой реакции от них нету, но мы надеемся, конечно, что те, кто находится там внутри в посольстве, они все это видят. И танк видят, и людей видят, и плакаты видят. И, скажем, тут вот вы как раз показывали, я видел картинку, где вот плакат Путина, да, тоже висит напротив прямо посольства. То есть я думаю, что они не могут это не видеть. По поводу поддержки Украины. Есть ли политический консенсус, политическая воля? Сохраняется ли она и в Рижской думе, и в парламенте Латвии? Что-то изменилось за этот год?
Знаете, если по каким-то вопросам и в парламенте, и в Думе люди, скажем, депутаты, есть различные мнения, то по мнению Украины здесь, конечно, мнение единое. Поддержка продолжается как со стороны государства, так и со стороны Думы. У нас до сих пор работает центр для украинских граждан, где все, кто приезжают, скажем, первый раз или просто нужна какая-то информация, они могут приходить с понедельника по пятницу. Этот центр работает, там на месте визы оформляют и помогают устроиться на работу. И, скажем, дают проездной билет для транспорта. Вот это все на месте делается со стороны Рижской думы. Также сейчас очень актуальный вопрос, конечно, это образование. То есть, чтобы детям, которые приезжают с Украины, была возможность пойти в школу. У нас есть только одна школа, которая на украинском преподается. Поэтому остальных, кто не попадает в эту школу, их направляют в другие школы, где на государственном языке идет образование, и помогают с этим. И для взрослых это тоже государственный язык. Сейчас вот очень актуальная проблема. Здесь вопрос такой актуальный в Латвии. Это обучать государственному латышскому языку тех, кто приехал с Украины, потому что, хоть немножко зная государственный латышский язык, они могут, ну, граждане Украины могут найти больше работы, больше возможностей здесь. Понятно, что и так дают многие без знания языка, то есть на английском, на русском можно общаться, дают работу. Но если знать язык, больше возможностей, поэтому сейчас проходит очень много тоже бесплатных курсов и со стороны государства, и вот со стороны города, да. А все те пособия, все те возможности, которые были в прошлом году, скажем, в Риге, мы продлили и на этот год. Это бесплатный транспорт, это вот другие какие-то пособия, это все продлили на этот год тоже. Ну и знание государственного языка – это уважение к стране. Мы это прекрасно понимаем, потому это должно быть обязательно. Украинская школа, насколько я припоминаю, она была и до войны, правильно? До 24 февраля. Да. Украинская школа, она довольно большая, в центре города находится, да, она уже давно здесь существует. Ну и для последний вопрос. Готова ли Латвия к возможной новой волне украинских беженцев? Думаете ли вы над этим? Пока мы видим, что мы проходим, ну, насколько это возможно, в войне как-то так стабильно зиму, это уже скоро она и закончится через несколько дней, россиянам не удалось оставить нас совсем без всего. И мы пока не понимаем, будет это новая волна или не будет. Что сейчас думает в Риге об этом? В Риге, безусловно, к этому готовы. Когда стало людей меньше приезжать с Украины, то вот этот украинский центр мы перенесли в более, ну, в меньшее помещение, да. Но, безусловно, есть и волонтеры, есть и люди, которые готовы работать, поэтому мы все время следим за числами, сколько каждый день приходит вот новых людей в этот центр, и, безусловно, готовы реагировать. У нас также в Латвию многие используют как транзит, скажем, как я понимаю, как мне объясняли, скажем, те граждане Украины, которые не могут там через Польшу, скажем, выехать, они выезжают через Россию, и тогда через вот со стороны Эстонии въезжают тоже в Латвию. То есть с той стороны мы тоже принимаем граждан. Многие приезжают к нам, здесь проходит некоторое время, они уезжают, скажем, дальше в Германию. Поэтому у нас, скажем, вот на автовокзале тоже есть такой специальный волонтерский центр, где людям помогают, которые приезжают, их направляют, куда идти, куда потом, если надо ехать и так далее. Но, безусловно, мы все время следим за количеством приезжающих людей. Если будет увеличиваться, то мы готовы, безусловно, помощи туда давать больше. Дякую дуже. Мирослав Кодіс, депутат Рижської міської ради, з нами був на зв'язку. Мені ж жарко стало російською говорити, це не моя історія.